по-прежнему на Камчатке. Продолжаем двигаться по шоссе. Эй! Так, нас услышали. Ходить буду без сохранений, поэтому осторожничать будем. Вон стоит снайпер. Так, отходим. Слышу вопли где-то рядом. Скорее всего, сейчас сюда побегут. Да, вижу. Вон он. Ну что, собрался дать ему докинуть? Охренеть, вот это у него дальность броска. Просто жесть. Я думал, он не докинет, но он докинул. Очень далеко метают гранаты. Боты. Снайперка, по сути, 2 в одном. Вернее, пушка 2 в одном. И обычный автомат, и снайперка. Этот вообще не в курсе о том, что тут происходит. Вроде тихо. Есть собаки, откуда они берутся, непонятно. Вот двое. Тоже не в курсе. Вон собака побежала. Все. Остановили контратаку. Берем патроны. Слава богу. О, бронежилет, которого я при прошлом прохождении не обнаружил, не заметил. Так, осторожно. Вдоль стеночки продвигаемся. Вдоль стеночки. Потому что я знаю, что там наверху есть люди. Злые русские. Ну а как же? Осторожней! Так, нас заметили. Вот теперь, я думаю, может быть, попробовать здесь их дождаться, они сами выскочат. Так, двоих убрали. Вон он. Там наверху пулеметчик, тоже аккуратненько. Вот он. Действуем идеально пока что. Так, здесь нужно повернуть рычаг, который открывает люк в канализацию. А, не здесь. Вот здесь рычаг. Так, должен открыться люк. Вон он открылся. Спускаемся. Как обычно,
действовать будем. Проникать через канализацию или вентиляцию обычно приходится. Здесь осторожно. Так, слышу топот. Или нет? Или это я? Это мой топот, видимо. Так, давайте дробовик возьмем. Я знаю, что там, там есть люди. Дробовик то ли не достреливает, скорее всего не достреливает. Давайте вот здесь подождем. Там их было четверо. Блять, граната? А, он сам себя взорвал. Ну это здорово. Давайте подождем, пока развеется дым. Ну, мне кажется, сейчас я четверых положил. По-моему, всего четверо. Давайте попробуем продвинуться вперед.